Всем привет, с вами Андрей Каспер. Сегодня мы участвуем в Дарья Трофи 2019. Шикарное мероприятие, офигенно. Тут были такие лужи, ну я не знаю. Засаживались Ниссаны патрули, Дастеры проезжали. Смотрите, не пожалеете, все будет круто. Интересно начинается с самого начала. Базовый лагерь расположен за рекой. Сегодня мы уже второй раз участвуем в КДП Дарья Трофи. Это соревнование дружеского характера. В них делается упор на командное прохождение маршрута по заданному треку. Это мероприятие проводится «Жемчужина России» под руководством Владимира Борисовича Пухова, более известного в народе как «Дядя Вова». Дата проведения этих соревнований всегда выпадает на 8-мартовские выходные. Здесь всегда стартуют три категории – ТР-0, ТР-1 и ТР-2. Мы на Дастерах едем в категории ТР-0. Прибыли на место. Лагерь расположен на поляне за рекой. Уже собралось достаточно большое количество автомобилей, но все-таки в серьезных категориях, по крайней мере, те, которые поближе к нам. Огромные колеса, серьезные автомобили, в основном УАЗы. Если не считать автомобилей организаторов, в сегодняшнем мероприятии участвуют 72 экипажа. Проходим процедуру регистрации. Самое интересное в этой части – это подбор номеров. Нашему экипажу выпадает номер 005. Наклейка плотно вписывается среди остальных на этом стекле. Здесь записывают треки к телефончику. Нам залили ТР-нулики. Травим колеса. Ты тоже 1-2 делаешь, да? Хорошо, придется и мне спускать. Среди дастеров едет одна Нивка. Лифтов нет, блокировок нет. Что есть? Просто Нива. Водитель просто цепи. Стандартная Нива. Ну, колеса тут даже не 27, наверное, 26-26,5. Что-то поменьше. Родные стандартные. Узкие стандартные колеса, да. Существенное добавление от владельца Нивы. Там есть лопата. Лопата. Хорошая. Все, будет копать за всех. Еще с нами едет Ниссан Тирана. Коротко о машине. Ниссан Тирана, двигатель 2.0, 143 лошадиные силы. Ну, сейчас чипованный, 157 лошадок. Ого, даже чипованный. Коробка автомат. Значит, с ESP, значит, лифт 2,5 сантиметра пружинами Эйбах германскими. Что еще есть? Резина, соответственно, штатная, 215/65, компании Континенталь, грабер АТ-3. Рено Дастер 2018 года, максимальная комплектация с ESP, стоят все защиты под днище, все возможные. Что еще? Резина АТ Bridgestone Dueler 697. Хорошо. Бензин, дизель? Бензин, автомат. 2. А, автомат, да? Да. Все, у нас... Будем испытывать, что как, первый раз на Дарье. Попробуем. Отлично. У нас два автомата. Белый Дастер на автомате и белый Тирана на автомате. По поводу моего Дастера. 2.0, бензин, колеса 27, зимние, липучка. Стоит блокировка сзади блока от Иштехна и лифт 3 сантиметра. Рено Дастер, рестайлинг 15 года. Блокировок нет, ESP нет. Пока нет. Дизель. Дизель, полная защита днища и 29-е колеса грязевые, оттертые. Да, отлично. Кстати, да, я по своему Дастеру забыл уточнить, у меня тоже полная защита днища. А коричневый Дастер еще лифтованный, плюс 30 миллиметров. Так, и сегодня все-таки с нами участвует зеленый Дастер. Владимир, вы знаете его по моим фирмам. Расскажи в двух словах о Дастере. Всем привет, наш красавец, Крокодастер. Ну, что рассказать? Дизельная машина, да, CSP. Что тут, лифт 3 сантиметра, жесткие пружины Фобос. Короче, нормальные колеса, наконец-то, после лысой. Маленькой голимой резины, я вот честно кайфую. Кардиант оффроуд 29-й, да? 225-75 часов. Хорошо. А, 225-75 часов. Да, максимально, уже... что можно пихнуть в Дастер. Да, в поворотах она трет. Цепляет. Да. Защиту цепляет, подтирает, но это терпимо. Правильный сафари. Стоковая комплектация. Машина, которая... Посмотрим. Едет. Едет. Все, блокировок нету, лифта нету. Стандартная блокировка, лифта нету, блокировок межосевая. Нету. Межосевая стандартная, да. Бары стандартные, все стандартное. Хорошо, ну и единственное сафарики. Я надеюсь, что в этой комплектации машина в последний раз существует. Подъехал УАЗ, глядя на это болтающее хозяйство, видно, мужчина. А рядом такие же беленькие болтаются. Какой цвет, такие яйки. Вот такие ребята. ТР-2, судя по всему. ТР-0 поехал. Да. Перед проведением основного мероприятия в честь 8 марта для девушек проводится состязание «Девичьи забавы». Это скоростное прохождение двух разных участков. При этом нельзя сбивать ограничительные фишки, стойки, ленты, иначе присуждаются штрафные баллы. Сегодня здесь принимают участие 10 экипажей. Мы едем 10-ми.
Первая машинка Land Cruiser. Огромная, ей будет сложнее всех. Так, пошел крокодастер. Маленький аналог нашего дастера. Точнее, полноразмерный аналог нашего дастера. Профессионал, а? Конечно. Ну. Максимально возможна скорость на этой трассе. Показывает дядя Вова. И в конкурсе водительность побеждает дядя Вова. Я не проиграл никому. Никому. 2. Протокол будет отдельно. Что, думаешь, уже победили? Не, не победили. Ну я победила красава, в любом случае. В этом конкурсе красава, справилась, молодца. Я тоже довольна. Форму так разрешили. Вот, 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 вот. 6-6! Обмажем. Дай свой телефон. На черный фон, чтобы лучше было видать. Экипаж 02. Чисто женский экипаж. Поздравляем. Все отдавать. Сколько по 1000 рублей? Третье место 2. Второе место 3. Какой номер? Первое место. Спасибо. Экипаж 05. На пятерочку. Поздравляю! Так, вот это, да! На счастье! Девчонки-победители, три экипажа. Поздравляю! Спасибо, спасибо! Все молодцы! Ну а после проведения девичьих забав, мы нашим небольшим, но дружным коллективом выдвинулись на прохождение основного маршрута. Что-то едем-едем, а тут полная сушь стоит. Все самые грязные интересные места высохли. Солнечная погодка постаралась. А грязь будет ли чем? Я вообще не знаю. Эх, царапать приходится машину, а? Так, тиранчик на автомате. Ну-ка, как он ведет? ESP есть, если есть, отключи ESP. Левое колесо прям вообще набалтывает грязи хорошо. Нифига себе. Вот это преодоление. Вот это по-серьезки уже. Чего он так гудит? Как будто скорость выбила. Но он же на автомате. Что, сел что ли? Клиренса не хватило. Смотрю, где тут не забрызгал салон, нет? Это грязь. Забрызгал, кстати. Мы... Забрызгал, да? Надо было закрывать до того, а не сейчас, когда я снимаю. Не-не-не-не-не, стой, не газуй, блин. Назад просто толкните и все. Да что? Второй раз за одни и те же грабли. Дергаться. Нет. Я понял. Нет, нужно попробовать. Поэтому ты решил. Дважды полечился уже, да? Да. На месте не топчись, шаг вперед. Давай. Плохо идет. Плохо. Уже лучше. Может быть, я зря вставал. Вот, присоединяется команда. Коллективище. Чего тебе за первый опыт говоришь? Что меня дернули сегодня. Ага. Динамочкой. О, вот это уже по-нашему. Еще один дастер на автомате. Но прогреб совсем по-другому, не так, как тиранчик. Главное,
Во всем важен разгон. Единственная нивка в нашей компании. Полный сток. Да ладно! Зависла! На рычаг села. Отсюда хорошо видно, вот села на рычаг. Чуть-чуть зацепа не хватает. Это крокодастер, ну он с ЕСП-шкой. На такой-то резине. Пролетит тут. Да, даже не заметил препятствия. Прошлогодние осенние листья. Колея. Нормально, свалится машинка. Давай, давай, давай. Греби, греби, греби. Отлично. Так, тиранчик. Попал под грязевой душ. Нифига себе, он разбрасывает, блин. Не в том месте я стал. Всего окатил. Вот это он разошелся, Ниссан. В общем, нужно приехать аккуратнее. Вообще легко. Никаких заморочек. Что значит резина? Хорошо, там надо приложиться в машинке. Да не пройдет. Пып! Говорит. Блин, он встал. Нива предпринимает отчаянные попытки выбраться сама. И на несколько сантиметров получается сдвинуться. Но это только несколько сантиметров. В дело вступают человеческие силы. Он там не заднюю скорость жмет, не переднюю. Давай назад, а потом вперед, ходом. Почти, но нет. Да давайте уже дергать, все, он сел. На помощь идет Дастер, ну, блин, у меня, конечно, сомнения, что он сможет его дернуть вверх, подъем, по грязи. А, хотя у него свеженькая АТ-шечка, насколько я помню. Должен, сможет. Смотрю, это кроме новой резины, еще новый шаг. Прибарахлился, да. Новый трос. Твой подарок, да. Красавчик. Супруга на подарок? 23-му? А он тебе чем отплатил? 8-му, да, все-таки? А он тебе что на 23-е подарил? Или это личное, да, так понимаю? Хорошо. Я ж засмущалась. Я сам не знаю того. Какую-то прям страшную тайну, чуть не раскрыл. Надо было в эфир сказать все. Пусть зрители смущаются. Водитель Нивы не может открыть дверь, поэтому вылазит и гордо пальцем тыкает. Вот там говорит, цепляйте. Ну, продвигается, продвигается. Я думаю, шансы есть. Отлично. Да, зря сомневался. Нормально Дастер пошел, даже подъемчик по грязи. Так, что, не может тронуться сам в горку, что ли? Опа! Ну, короче, без Дастера никуда! Подожди. Нива не едет, а только на привязи к Дастеру! Без Дастера никуда! Ниве без Дастера нужен! Можно слово «нужен» убрать! Бля, вообще сама не едет, а? А Дастер тут еще ее заволакивал! Так, тут Шевик! Все, красавчик смог! Сомневался в клиренсе, но проскочил! Палка не помеха? Не помеха. Дальше тоже интересно, хардкорненько. Нормально так заносит. Хорошая дорожка. Так. Остерегаться.
стреляет во все стороны. Первый раз застрял из-за того, что медленно ехал, теперь везде едет быстро. Красавчик. Наныц. Вообще мощь. Нормально такое, бодрое прохождение здесь. Оп, зря остановился, ну. Ну вот. Да не, нормально проезжает. Ну вот вариант медленного прохождения. Тиранчик прошел быстро. На Белодастер медленно. Да, тоже верно. Разнимиться. Димаш под колеса. Вот это валит. Так, опять на что-то сел. Где-то не хватило клиренса. Вова занят своим любимым делом. Аля как плотно сидит, а вроде... Меня напрашивается это. Не пиздастер нужен. Да. Да не, он нормально ехал, ну, пока я не отвернулся. Под самый конец, просто траекторию неправильно выбрал и все. Я только отвернулся, он застрял. Сегодня все достают белые тросы. Почему-то именно белые. Первые, новые. Хит сезона. Все. Легким движением руки не выдергивает. Так, человек пошел в разрез. Свалится, не свалится, наверное, нет. А нет. Оп. Из последних сил не сваливается. Нормально вышел, достойно. А вот знаменитая лопата, но функциональная. Именно о ней он говорил. Поддержка багажника. И в это время Невомод решил реабилитироваться. Одевает цепи, которые можно быстро одеть. И сейчас, говорит, всем покажет. Вовчик, ты смотрю, коврик бодро затоптал уже. Или он, это не первый его покатушка? А, с таким и приехал, да? Он еще не мыл после 23 февраля. А пока мы там непонятно чем занимались, люди не теряясь уже. С чем? Господи, с рыбой. Красной рыбой, короче, да. Все, в общем, люди сели на пикник. Придется присоединиться. Так, теперь Володя тут оторваться нам не решил. Да. Ты хочешь меня показать во всей красе? Заляпанный, Андрюша. Да, меня заляпали. Еще и кепка тут заляпана. Ну, просто прохладно одел на всякий случай. Угу. Капюшон. Ветер дует. Вообще сильный, кстати. Экстремальные прохождения между деревьями, надо просочиться. Вот такая дорога. Хорошо, машинки не особо большие проходят. Ну-ка. Эх, Вера, я же говорю, с разгона, а. Эх, Вера. Что ж ты так, я сказал, разгончику? Ну-ка, давай, другой водитель. Ну, с места сложно, конечно. Меняем прокладку. Да, между сиденьем и рулем. Ну, давай. Туда-сюда, он потихоньку едет. Сзади надо. Ну, и засаженный. Ну, что поделать? Саня, водичкой помыть. Ну, давайте, комиссия, вопрос.
Так отходите, просто может, не понимаешь. Даже Дастер без Дастера не может. Да! Дастер! Так и надо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А нормально, сейчас он не спеша, медленно, аккуратно. У него уже клиренс больше моего. За счет колес. Все, уверенно, проехал. На холостых. Кого у вас что, колесо? У нас колесико, дырочкой получилось колесики, да. А заметил где, в каком месте? Да нет? Вот только что, вот здесь-то вот видно, кого заходишь, чувствуется. Маленькая так... дырочка, как бы, на краю протектора. А, ты хочешь выехать на поле и там пометь? Ну поле? Я, не, наверное, не знаю. Как... Бриджстоун дуэль РТ, практически боковой порез. Ближе к шашечкам, но все равно на боковой части. Спущен колесом. Надеюсь, он выскочит. Даже вообще без вариантов. Не проскочил. Не, сел даже раньше, чем мы. Все-таки застрял в луже, прям слышно, как травит колесо. Поэтому надо вытянуть до того, как оно полностью сдуется. Самое сложное, как оказывается, это найти буксировочную петлю. В общем, поиски начались. А не, ну это рядышком. Ну рядышком, да, ну так. Разрести прям придется хорошо. Нормально. Ну-ка, Нива, 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 Нива. Нива, да ты чё, вообще даже не доехала. Мой Дастер застрял где-то здесь. Следующий здесь. А Нива вообще на подъездах. Что такое? Гля, и села как, а, бодро. И цепи не помогли, а? Я думал, ты на цепях лихо проскочишь. Вырезать это! В общем, Нивка села на мосты, и ей явно не хватает клиренса. Так бы проскочила, конечно. Тем более на цепях. Джиперские развлекушки. Вы уверены, что вдвоем? Может, по одной лучше, а? Подожди, я покручу, посмотрим, как он себя ведет. Давай! Заводись! Следующий, давай! Так, третий раз. Поехали. Ничего себе! Вот это посерьезно. Протянули. У Шевика что-то случилось с электрикой. То ли сел аккумулятор, то ли не крутит стартер. В общем, взял свой новый чемоданчик. Вот, вот такой вот чемоданчик. От Red VTR. Ну попробуй в действии. Первый раз еще. Получится, не получится. Посмотрим. Оп. Не падать. Так, ну проверяем новый прибор. Внешний аккумулятор. Самому интересно, заведется, не заведется. А? Зашептала, а? Завелась, помогает, да? Нет, ты мог генератор где-то по пути залить в луже, и он не работает, генератор. Не заряжает аккумулятор, села. Ну все, прибор работает. Отлично, вот такая полезная штука. Так, что вы тут делаете? А, вы прям ремонтируете колесо? Да. Ты самое главное здесь, да? Моя ж крошка. Твоя школа, скажи, да? Я их научила, как это делать. Ты даже не хочешь менять? Ну, шнурок есть, вот. А, шнурком залепишь. Ну, нормально, что. Жгутом получилось отремонтировать? Вроде как, да. Вот такой ремнабор. А. Вот он, ремнабор, кончик вы... жгута. Вижу, вижу, вижу. Ну, вроде едем вот дальше. Все, да. В полевых условиях. Не травится. Нормально. Как бы, да. Так что имейте с собой ремкомплект. У меня есть такой комплект, но я обычно, если дырявлю колеса, так дырявлю. У меня сантиметров там по 4, по 5. Так, ну и теперь остался единственный Шевик. Насколько... Скорость набирай, иначе застрянешь. Уже застрял, все. В общем, Шевик застрял еще на самых подъездах. Хотя у него был вариант проскочить. Не сильно еще сел, нормально столкнули. Так, ну попыточка, да? Вроде как пошел. Пришел. Кстати, я вовремя оттуда срулил, и так долетела до меня грязь. Все, я думаю, уже все. Вариантов нету. Говорил же, надо было сильнее газовать, сильнее. Да куда газовать? Я и так. В припрыжку так бы на пролетел бы. На второй пониженно и так летел. Не хватило. Я хотел вот сюда выехать. И клиренса и хода не хватило. Всего вместе не хватило.
Четвертая жертва шокадастера. Он уже четвертую машину здесь вытаскивает. А когда жена застряла, думал, вот стыдно застряла. Но нет, нормально. Не, он повеселее, чем Нивка до него. Нормально. Оп-оп-оп, трос! Все-таки намотала на Ниву. Хоть я и кричал, но... Вот, начинается. Надо перекинь через колесо просто его и все. Да-да-да. На тросе не надо обгонять ведущего. Не пытаться его догнать, а держать трос натяг. Чтобы он не наматывался на колесо. Небольшой факультативчик. Увидели весьма интересную лужу. Проверяем ее на шокадастере. Ползет, ползет уверенно, ползет нормально. Так, рокадастер выбирает себе траекторию. Пойдет рядом. Вообще легко. Самый серьезный чел. Едет по окраине поля, по канаве, по дренажу. Нифига себе. Монстр. Дастер монстр. Ля. Чешет. Ничего себе. Вот это да. Полная жесть. А поле-то вот какое. Зыбенькое. И канава тоже бодрая. Глянь. В полях ездить нельзя, по канаву вроде можно. Но он хорошо ее дренировал, канавку. Но подождите, стойте, мы сейчас вам палкой будем. Палкой будем сбивать. Палка будет. Я эту лужу прохожу немного сложнее, чем те два дастера. За счет того, что резина не МТшка, ну и клиринг чуть пониже. Решился Nissan Тиранчик. Ну-ка, 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 ну-ка. Ай, красавец! Опереживал. Молоток! Ого! Ого! Вот это вещь творит. Класс! Твоя школа, говоришь, Вовчик, да? Да, я ему рекомендую. Ну, газу. Для сравнения едет Нива. Не, ну человек хочет попробовать, пусть попробует. Только газу побольше навали, иначе толку не будет. Да что ты, даже выгрести не может из колеи. Так, а здесь у нас то ли группа поддержки, то ли ТР-1. Организаторы, в общем. Так, ага, ага. Вот так вот. Не только наши нолики здесь застряют. А вы откуда? ТР-1 у вас? А? Или да, тоже нулевый, да? А, ну все тогда, вопросов нет. Так, ну что, приехал эвакуатор. Аккуратненько, аккуратненько просочилось. Крокодастер подбил Ниссана на то, чтобы он проехал по его маршруту. Посмотреть, справится или нет. Ну-ка, ну-ка. По следам Дастера называется. Тоже, тоже с натугой идет. Видно? Ага. С первого раза не смог. Опа. Опа. А Дастер тут прошел. Сел. Все, приехал. Что и требовалось доказать? Дастер Пре. Клиринс, да я не знаю, сантиметров что-то 28. 20, очень неплохие сантиметры. У меня справа мост. Это не свезло. Будем тянуть лебедкой. Карозащитка есть. В общем, злые мы. Засадили машину организатора. Твою. Так что, и тот не Ниссан даже... Ниссан в той луже застрял. Да вы что, ребята? Там все проехали, даже тиранчик наш маленький. Все дастеры прошли. Да не может быть, а? Большой-большой, толку нету. Жесть. Уж чего-чего, этого я не ожидал. Вот это Дарья получилось, а? Помогли, говорит. Я сейчас подъеду, залебежусь. Да-да-да-да-да. Залебедился. Офигеть, грязь аж до меня летит, 10 метров.
хрена себе! Неожиданный финал, неожиданный. Ну-ка, кажется, выходит. Он, кажется, выходит. Он смог. Вот это да. А ты говоришь, ТР-0, ТР-0. Вот тебе и ТР-0. Дастеры проехали, а какие-то эти замудованные застряли. Патрули, это члены клуба Больших Орехов. Редуктор большой. Ага. Ну да, но тем не менее, блин. Ты же говоришь, 28 сантиметров клиренс, это прилично. Ну, как копнул и не хватило. Так, ну тем не менее, разматываем лебедку. Саша, как теперь вам выезжать оттуда? Легко, Верка, я думаю, легко. Нам колею пробили. За счет троса все-таки вышел. Лебедка помогает в таких ситуациях. А крокодастер переехал сюда уже в третий раз. Я хотел мало. Туда-сюда, туда-сюда мотается и все. Ниссаны застряют. Я после них дорогу равняю просто. В общем, один патрул еле-еле выехал каким-то чудом. Второй патрул стал поперек колеи, стоит, все, выехать не может. Будем вытягивать УАЗиком. Ну да, видно, что делать. Понеслась. Так, трос пересек. Блин, ну вроде намотало. Все-таки намотало немного. Но главное, что хотя бы вытянули. Теперь оба Ниссана наконец-то на свободе. А нам еще отсюда выезжать. Вот такая колея. Разбитая. Все, кадастр. Два наших в лесочке.
насколько мог протянул Дастера, точнее, мог бы еще и дальше, но там особого смысла нету. Колея так и идет дальше. А, что, патриот застрял, что ли? Да что ж вы делаете-то, а? Так, в общем, патриот поехал, я не знаю, что. Попробовать свои силы, что ли? А, ну явно не на помощь, он просто решил попробовать свои силы. И сел сразу на первых метрах. Ну, выезжает. Достойно выезжает, это тоже здорово. Че, твой подвиг никто пока не повторил? Я мешаюсь. Слушай, я не знаю, эту лужу уже и кто ли попил. Да, да, не, ну ты в одну сторону, кстати, в ту сторону ты еще не ехал. Но я думаю, разница не особо. Тут в горку, кстати. Да, тут даже в горку. Туда под низ. Патрик тоже не смог побить Дастера. Подвиг, а теперь выехать еще не может. Еще одна попытка, практически без разгона, трогается с места из канавы. Если он доедет до Патрика, значит Дастер прошел. Блин, какой же он грязный. Ну красавчик, идет. Офигенно. Выехал, все, там уже легко. Ну теперь чисто в Патрика уперся, поэтому не смог по Кайкалю покинуть. Охренеть, Дастер Пре. Вот это реклама. Ну все, да. Мы что хотели увидели. Пацан Дастер должен. С ESP, без ESP тоже проехал. Без ESP все проехал, все. МТ-резина, 28-29 колеса. МТ-шечка и все. И Дастер Пре там, где садятся Патрики. Патрули садятся, не просто Nissan, а Nissan Патруль. Да, это же машина. Круто. Серьезная, рамники конкретные. Так, тебе жена на свиданку прям ходит, прям вот так вот к окошечко садится. Патрули не поехали лишь только потому, что у них были перекачаны колеса. Сколько атмосфер? 3 атмосферы. Ну. А можно я спущу? Поэтому они замылились, соответственно, и не выехали. Согласен. Короче, спускаем, еще раз перезаезжаете, да? Нет, следующий раз. Следующий, да? Надо будет проверить, уже потом. Патрика вытаскивают, сам не смог покинуть это гостеприимное место. А Дастер спокойно выезжает сам. Ну а я проехал через лес, чтобы вернуться назад по тому же маршруту, где засела супруга. Так сказать, восстановить статус-кво нашего Дайсона. Дастер проехал, Дастер смог, просто чуть-чуть разгончику надо было такого бодрого приложить. Да, реабилитировались. Не стесняться. Все, по машинам. Да. Да, по машинам поехали. Снимаю, как пригодилось. Ага. Подстилочка. Да. Накидочки пригождаются. Шикарно, кстати. Да. Отличные накидочки от Т+. Пригождаются по и полной. И на тебе накидочка тоже. Да, и на мне накидочка тоже вот так вот. А какая на мне накидочка? Костюмчик? Ну, вот это костюмчик, да. Да, да, да. Пригождается. Отлично, все пригождается, все для дела. Все, и везде все пригодится. Все нужно, все для семьи. И сапожки пригождаются. Так, едем на второй трек. По пути пересекли речку. Как раз слегонца сполоснули колеса. Ну, извините, мостов нету. Трек ведет именно так, через реку. На Собер, гору местного назначения, высота около 700 метров. Ты самый грязный, говоришь, да? Вот он! Вот, самый грязный и самый проходимый.
катушки. Нас ожидает праздничный ужин, шлюмчик. Вот в таком вот интересном месте. Практически замок. Ну а здесь внутри, во дворе, традиционно джиперская атрибутика. Казанок. А в этом казанчике колбасятся пельмешки. Скоро можно будет подходить, отведать. Обязательно. Оказывается, это надпись «Лаврус» означает «Не люблю Россию, а лаврушка». С этого все начиналось. А, ну и «Люблю Россию» тоже, и лаврушку. Мы ехали, у него он мостом. Резал вот эту колею, у него сверху вот это все было. Люди уже выгребают шлюмчиком. Уже тебе готово, стоит. А, красавцы, иду. Вот столько нас сегодня участвовало, это далеко еще не все. Очень много людей на улице. Что вы тут делаете? Плюшками балуемся. Плюшками балуетесь, молодцы. Шлюм с капустой. Шлюм с капустой? Ух ты, попробуем. Хотя на самом деле это были щи с капустой. Но мы по традиции называли их шлюмом. Почему же мы такая вкусняка? Довесок к шлюмчику еще прилагается вот такая шикарная тарелочка. Много сала, чеснок, острый перчик. Бомба! А вы знаете, что тут еще пельмешки дают? Да. Вот. Уже знаем. Так слышали такое? Да. Слышали? Надо еще и попробовать. Сбылась твоя мечта. Всю дорогу хотела. Я самый счастливый человек. Да, теперь я да. Я поела шулюм. Приятного аппетита. Спасибо, Вовчик. А где мой шулюм, штурман? Ну, его еще не притащили. Как вам сегодняшняя покатушка? Все довольны? Довольны, да. Если бы не я, да. Если бы не мои провокации, если бы мой Буба никого не попросил. Половина фильма бы не получилась. А затем было награждение, вручение медалей и грамот. Вот, теперь это убирать все будет. Первое место. Спасибо. Ну, первое место у нее. Да, да, да. Да, ну я за ее не горжусь. Так. А вы знакомы, да? Значит, это. Мы чуть-чуть. Ну просто у меня уже дома медали мои кончаются, которых я все отковыриваю. Да, я раздаю. Все, спасибо. У меня еще там кубков немножко завалялось на лето. Я от них тоже отковыриваю и буду раздавать. Хорошо, договорились. Но если вам понравился этот фильм, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте репосты, пишите ваши вопросы и комментарии, буду рад с вами пообщаться. Также смотрите другие интересные фильмы о наших путешествиях и покатушках. До новых встреч на канале, с вами был Андрей Каспер.